Привет всем! Меня зовут Юля. Это канал о вязании. Канал не только о вязании, а обо всем, что с этим связано. Сегодняшнее видео посвящено мастер-классу по вязанию вот такой летней, весенней, я думаю, даже осенней блузе, в зависимости от того, из какого материала, из какой пряжи вы свяжете такую блузку. Блузка у меня связана из льна с вискозой. Сейчас подробно покажу, какая пряжа. Блуза достаточно просто вяжется. Она имеет простой прямоугольный крой и интересное направление. Как видите, петли мне расположены поперек полотна. То есть я вязала, начиная от одного рукава, шла дальше, набирала петельки, связала тело и довязала в конце второй рукавчик. Вот так оформлена горловина декоративной ниткой. Также оформлена вот таким павлиньим хвостом узор. Это передняя часть блузы. Спинка, она абсолютно гладкая. Смотрите, по краям рукавов. Рукава начаты и закончены вот такими окантовками. Это обыкновенная платочная вязка. Я эту платочную вязку делала в конце вязания. То есть я начинала вязать лицевое полотно, а когда уже сшила, дополнительно поднимала петли и вывязала платочный узор. Ход вязания такой, что мы вяжем прямое полотно, сшиваем его и дальше уже делаем обработку. Вот как здесь у меня в рукавах. И внизу делается тоже вот такой кант по низу блузки. Я назову это блузкой, потому что она свободно сидит и такого, парадного вида. И внизу платочной вязкой вот такой небольшое окаймление. Нижняя часть идет примерно по бедрам и не стягивает полотно. Важно набирать здесь петельки так, чтобы было все свободненько, чтобы не стягивало. Верхняя часть, как я уже упоминала, окаймлена вот такой декоративной ниточкой. Вот так все выполнено. Все будет подробно рассказано. Сейчас я покажу размеры изделия. Блуза связана на размер 52. Что касается нитки, все подробно про ниточку я напишу на экране, вы увидите. Вязала я в 2 нити. Если у вас нитка какая-то другая попадает в толщину моей нитки, то вы можете вязать и из вашего состава, как вам удобно. Возможно, там может быть хлопок, но имейте в виду, что вот такую пластичность, видите, прям вот она такая текучая ткань получилась. Это придает именно вискоза в составе, несмотря на то, что здесь есть лен, именно вискоза придает вот такой вот текучую структуру. Если вы хотите получить подобный эффект, то обязательно выбирайте нитку с вискозой. Вот такая у меня ниточка. Что касается декоративной нитки, я выбрала нитку производителя Arte, и нитка называется Agra. Также на экране напишу все ее данные. Здесь тоже присутствует вискоза, хлопок, там есть полиэстеровые ниточки и металлизированная нить. Она вот так переливается. Эту нитку я также вязала в 2 нитки, использовала для вязания своего узора. Останавливалась выбор на этой нитке, чтобы у меня толщины были примерно одинаковые, когда я буду вязать. Здесь есть небольшая разница в толщинах, но это не имеет значения, потому что этой нитки используется немного. И сейчас я ближе покажу, как она смотрится. Это вот узор павлиний хвост. И вот так она смотрится в полотне. Она чуть-чуть, на мой взгляд, толще, но это даже усиливает эффект вот этого декора. И прекрасно, в общем, получилось. Я довольна своей выполненной этой работой, своим результатом. Вот так выглядит боковой, точнее плечевой шов. То бишь его нет, мы расходимся на 2 половинки. Сейчас все будет подробно рассказано. Сейчас сверху покажу горловину. Вот так она выглядит. Такой вырез. Что касается размеров, блуза связана на размер 52. Рост достаточно невысокий, 155 примерно сантиметров. Поэтому, опираясь на мои размеры, которые есть, вы свяжете себе блузу вот на такую женщину. Но имейте в виду, вот у меня размеры после влажно-тепловой обработки до влажно-тепловой обработки. Это в раскроенном виде, как выглядела блуза до сшивания. Можно увидеть, что после того, как я постирала изделие, оно у меня немного изменило свой размер. Здесь, смотрите, после влажно-тепловой обработки у меня 18 сантиметров ширина рукава, до влажно-тепловой 21. Вот таким образом уменьшился размер, еще и потому, что платочную вязку я набирала в рукаве после сшивания. То есть, когда я набрала петельки и вывязала платочную вязку, они у меня стягивают вот рукав и не дают ему растянуться, и чуть-чуть его сдержали, и именно поэтому осталось 18 сантиметров, и я мерила именно по крайней стороне. Если промерить здесь, конечно, будет чуть-чуть шире, полотно пластично, видите, оно идет как бы туда, куда потянешь. Поэтому, в принципе, если вы не хотите, чтобы здесь как-то потянулось, вяжите платочную вязку после. Итак, смотрите размер, я не буду их повторять. Направление вязания везде указано вот этой сиреневой стрелочкой. Я набирала петли, вязала от начала рукава по ширине, прибавляла петельки вправо-влево, дальше прибавляла на туловище, вязала дальше с учетом выреза горловины, потом сужала, закрывала и закрывала вот здесь рукав. Все это будет в течение видео рассказано. Когда вы свяжете ваше изделие вот так, вы после сшивания будете подвязывать платочной вязкой внизу вот это окаймление, вот этот поясок, и его высоту вы сможете связать на ваше усмотрение. У меня связано примерно 4 сантиметра. И вот этим пояском вы можете отрегулировать длину вашего изделия, если у вас, например, немного не хватило по высоте, по длине. Либо если многовато, то можно немножко сделать поясок. Итак, давайте приступим к вязанию. Вы можете сфотографировать или сделать скрин вот этой страницы, где я сейчас все рассказываю, и дальше вязать, руководствуясь этими размерами, либо пересчитать на ваш размер. Итак, процесс идет, рукав вяжется. Я уже провязала 42 ряда, это 17 сантиметров. И как вы видите, здесь у меня посередине размещен маркер. Это центр полотна моего. Разместила сейчас маркер для того, чтобы удобнее было в дальнейшем найти середину плеча, которая далее раздвинется в горловину. И будем вязать по отдельности спинку и перед. Когда мы сейчас наберем петли для тела, их будет слишком много и будет тяжело отсчитывать. Поэтому я сразу сейчас отметила середину. Дальше мне пригодится. Итак, я располагаюсь с лицевой стороны, и сейчас я буду делать прибавки для подмышечной впадины, чтобы она плавно переходила в боковой шов. Делаю я это следующим образом. Я буду делать прибавки с каждой стороны на расстоянии 2 петли от края полотна. То есть я снимаю кромочную петлю, провязываю следующую, и прибавки часто делаю вот из этих перемычек между петлями. Я поднимаю перемычку и надеваю ее таким образом, чтобы ее как бы правая стеночка располагалась перед спицей. И сейчас я провяжу эту перемычку лицевой, а перемычка станет скрещенной. Вот так. У нас добавилась петля. Вяжем до конца ряда, не довязав 2 петли в конце, и точно так же сделаем прибавку. Я провязала ряд, не довязав 2 петли до конца. Точно так же беру перемычку, надеваю на спицу и провязываю ее лицевой таким образом, чтобы перемычка стала скрещенной. Довязываю оставшиеся петли, разворачиваю вязание, и с изнаночной стороны работы я провяжу все по рисунку, то есть просто изнаночными петлями. И провязав изнаночный ряд, вновь сделаю прибавку с лицевой стороны с двух сторон и прибавку тоже выполнил на расстоянии 2 петли от края. Вот таким образом у нас выглядит прибавка. Вот это внизу скрещенная этой прямычкой прибавочки. Все, вяжем ряд и встречаемся на лицевом ряду еще раз. Я провязала изнаночный ряд, развернулась на лицевую сторону работы. И теперь я вновь делаю одну прибавку на расстоянии 2 петель от края. Вот перемычка. Набрасываю и провязываю лицевой петлей. Провязываю до конца, не довязав 2 петли, в конце снова сделаю прибавку. И таким образом я выполню 8 прибавок с каждой стороны. Вот 2 из них я уже сделала. Вот так они будут выглядеть в полотне. Сшивать мы будем, я так полагаю, в центре вот этой петли. И прибавочки у нас будут аккуратно располагаться вдоль края сшивания двух сторон. Все, 8 раз с каждой стороны делаем такие прибавки. Я прибавила с каждой стороны по 8 петель. Вот так выглядит этот наклон. Одинаково с той стороны. Я провязала изнаночный ряд и сейчас нахожусь с той стороны, чтобы вязать лицевую сторону. Но я этого делать не буду. Я продолжу вязание с изнаночной стороны работы. На лицевую сторону переходить не буду. И сейчас буду набирать петли для того, чтобы вязать уже тело этой кофты. То есть у меня это будет как бы боковой шов. Мне набрать нужно 49 петель. С каждой стороны сейчас с одной стороны работы. Делаю я это следующим образом. Держа спицу в правой руке, просто накидываю нитку на левую руку и подхватываю ниточку, которая расположена вот так за указательным пальцем. Я подхватываю, и получается вот такая петля, которую я затягиваю на спице. Затягивайте достаточно плотно, не расслабляйте эти петли. Первая петля готова. Опять нитка идет через указательный. Я хватаю за указательным пальцем, получаю петельку, вот так сбрасываю, получаю вторую петлю. Третья петля, четвертая и так далее. 49 петель. Я набрала 49 петель. Вот так выглядит на спице нижняя сторона, боковая. Очень сильно не затягивайте, чтобы не был стянут боковой шов. Все, теперь вяжем эти петли, включаем их в работу. Первую петлю я здесь же провяжу, не снимая. Не буду с ней поступать как с кромочной. В дальнейшем это будет моя кромочная. Сейчас ее провяжу. И смотрите, мы находимся... когда сейчас будем вязать в обратную сторону с лицевой стороны работы. То есть мы набирали петли с изнаночной, развернулись и находимся с лицевой. Вяжем все наши петли лицевыми. Это обычные петельки. Мы их подхватываем, как бы мы вязали. Простые петли. С передней части спицы я провязываю все лицевыми. Вот так это смотрится. Вяжем все петли, провязываем ряд и встретимся в конце ряда. Я провязала лицевой ряд до конца, нахожусь в конце ряда. Кромочную петлю теперь я буду провязывать лицевой. Она мне включается в работу. И в конце лицевого ряда я также набираю 49 петель для другой половины моей майки. И точно таким же методом. И получается сейчас у меня провязан рукав. Уже начинается тело. Положим, что вот это будет передняя сторона, а это спинка. То есть у меня сейчас в работе правый рукав готов, и я начинаю вязать прямо по полотну все сразу: рукав, перед и спинку. И вязать буду прямо без изменений до разреза горловины. Там мы и встретимся. Точно вам скажу, сколько сантиметров. Пока сейчас нужно набрать точно так же, как с противоположной стороны, 49 петель. И когда вы развернетесь, набрав петли, в обратную сторону будете вязать уже набранные петли изнаночными петельками. И таким образом у нас будет точно так же вязаться полотно, только оно будет очень большим. лицевая сторона лицевыми, с изнаночной изнаночными. Все, набираем петли 49 штук, провязываем все петельки поворотными рядами, плоское вязание так называемое, и встретимся чуть позднее, когда мы подойдем к вырезу горловины. Вот так выглядит плавный переход от бокового шва рукава к боковому шву изделия. Вот такая дуга. Я провязала 40 рядов, это 17 сантиметров. Вяжу я на обхват груди 104, 52 размер. Прибавка к обхвату к общему у меня 20 сантиметров. Я провязала чуть меньше 1/3 от ширины изделия, это 17 сантиметров, и буду вязать горловину. Начну с горловины спинки. Помните, мы оставляли маркер середины изделия. Поднимаясь по этому маркеру наверх, мы находим середину нашего полотна и здесь размещаем маркер. Когда вы будете вязать петли, не довяжите до середины всех петель 5 петель. Сейчас мы убавим петли для скоса горловины. Вот у нас 5 петель перед маркером, и я буду наклонять петли для скоса горловины направо. Мы разворачиваем петли на спицах таким образом, чтобы они были стенками перед спицей. Если они у вас уже так стоят, то и оставляйте. Развернув петли перед спицей, я провязываю первую и вторую вместе, через вторую в первую, одной лицевой петлей и снимаю. Таким образом я сократила одну петлю. Остальные петли мы провязываем, последнюю провязываем изнаночной. Это будет кромочная петля. Остальные петли мы не вяжем, снимаем маркер, он нам больше не понадобится. Теперь мы увидим конец петель, конец спинки. Все, мы начали вязать сейчас отдельно спинку и перед. Перед мы сейчас не трогаем, вяжем только спинку. Все, вяжем в обратную сторону, как мы вязали все петли. Просто изнаночными по рисунку довяжем до конца, развернемся и будем вязать лицевыми петлями в обратную сторону. И также не дойдем до конца петель, 5 петель, именно до той петли, где мы вот здесь сокращали петельку. Встретимся вот в этом месте на лицевом ряду. Я не довязала 5 петель. Вот моя убавка, ее видно. Итак, мы разворачиваем 2 петли таким образом, чтобы стенки стояли перед спицей. И вновь, как и в предыдущий раз, мы провязываем спицы, петли одной лицевой петлей с наклоном вправо, развернув их стеночками перед спицей. Провязываем до конца, последняя кромочная петля. 2 убавки, этого нам достаточно. И сейчас мы будем вязать просто прямо. Убавку для горловины выполнили, и в конце горловины сделаем тоже вот такой прием, только не убавок, а прибавок. То есть мы прибавим в конце горловины 2 петли. Я провязала 60 рядов, сейчас на спицах 60 ряд. Здесь я закрепила в начале горловины петельки крайние, чтобы вот эта перемычка не растягивалась у меня в процессе вязания. И вторую половинку, там где у меня будет передняя часть блузы, я перенадела на другие спицы для удобства. Итак, 60 ряд у меня на спицах. Сейчас я буду делать прибавки для горловины. Поднимаю вот эту перемычку, я не довязала 3 петли, и между третьей и четвертой петлей, четвертая петля справа, третья на левой спице, перемычка, вот она, надеваю на спицу и ввожу спицу правую под перемычку за спицей и провязываю, подхватывая ниточку, лицевую петлю, сбрасываю перемычку. Перемычка стала скрещенной, и у нас появилась новая петля. Таким образом мы прибавили петельку, провязываем остальные петли на спицах. Сейчас в обратную сторону я провяжу изнаночный ряд, потом в следующем лицевом ряду я также, не довязав 3 петли до края ряда, наберу еще одну, подниму петельку вот таким же образом. И у нас будут две новые петли, и мы восстановим количество высоты в передней части нашей блузы. Итак, я сделала прибавки по горловине, 2 петельки новые появились в работе, и перенадела все петли спинки на новую пару спиц. Просто спицы, которые подходят по длине, чтобы у вас петли не убегали. А свои рабочие спицы я надела на петли переда, сейчас буду ими вязать. Нитки из новых клубков я возьму в работу и буду ими сейчас вязать перед. Начну я вязать переднюю часть от горловины. С первой петелькой поступаем как с кромочной, мы ее просто снимаем вот так, и провязав 3 петли, 1 кромочная и 2 лицевые, 4 и 5 петли провязываем одной лицевой петлей. Все, первую бавку сделали, вяжем до самого низа все петли, так же как мы провязываем и провязывали спинку. Возвращаемся в изнаночном ряду, просто провязывая все петли, и встретимся с вами в следующем лицевом ряду, вот здесь в начале. Следующий лицевой ряд, подтягиваем кромочную, чтобы она не сильно болталась. Она будет 1-я, 2-я петля, 3-я петля, 4-ю, 5-ю провязываем вместе лицевой петлей. И вот так я буду делать убавки через ряд, то есть через изнаночный ряд в лицевом ряду убавка. Убавок я сделаю столько, чтобы у меня было 5 сантиметров от верхней точки горловины до нижней точки горловины. Делаем столько убавок, сколько вам необходимо. Мои убавки, их я выполнила 8. Теперь я буду вязать рядами без изменений, поворотными, до начала узора на переде этой блузы. Я провязала уже 37 рядов. Здесь у меня небольшая подсказка для моего раппорта. И сейчас я буду вязать узор в правой половинке переда. У меня на спицах сейчас 89 петель. Чтобы раппорт был симметричный и красивый, мне нужно его начинать, отступив от одного края 4 петли и с другого края 5 петель. С этой стороны 1, 2, 3, 4 петли. Я надену маркер, чтобы он мне служил подсказкой, и я не забыла вовремя остановиться, выполнять раппорт. И внизу 5 петель тоже повешу маркер. Мой раппорт узора веерами или павлиними хвостиками, их по-всякому называют, состоит из 20 петель, а вертикально у него 10 рядов. И первый ряд лицевой, и я его буду вязать нитью основного цвета. Все петли первого ряда раппорта лицевые, выполняю их нитью основного цвета до самого низа. Обратите внимание, я вяжу от горловины вниз, и внизу уже буду менять нить. Я довязала вниз весь ряд, основную нить майки я оставляю, и теперь беру вторую нитку цветную, и вверх по изнаночной стороне я буду вязать этой ниткой. Первую кромочную снимаю, лицевой с изнаночной стороны, он будет изнаночным с лицевой стороны. Изнаночную сторону вяжем лицевыми петельками. Весь ряд. Довязав до конца, разворачиваемся, вяжем по прямой в обратную сторону, кромочную снимаем лицевыми рядами с лица. То есть мы сейчас вяжем платочную вязку. Последние петли ряда, предпоследнюю провязываем лицевой и кромочную петлю. Для кромочной мы берем нить основную и нашу нить декоративную, и 2 нитками провязываем вместе кромочную петлю. Это мы делаем для того, чтобы мы не потеряли в дальнейшем нашу рабочую нить, и чтобы она по кромке спокойно прошла до середины орнамента. Разворачиваемся. И теперь вяжем вверх вновь лицевые ряды, снимаем кромочную, то есть мы вяжем платочную вязку, лицевые ряды вверх, И с лицевой стороны снова лицевые вниз. Все, и встретимся с вами вот с этой стороны, когда мы провяжем лицевые ряды. Провязали. Кромочную мы также провязали вместе двумя нитками, декоративной и нитью основного цвета. Теперь откладываем декоративную нить, берем нить основного цвета, снимаем кромочную и изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. Таким образом, чтобы у нас с лица появились лицевые петли. Один ряд до конца. Теперь переходим на лицевую сторону. Первые петли до маркера провязываем лицевыми. После маркера начинаем вязать раппорт. Вначале делаем накид. Подводим спицу под ниточку. И придерживая нить, следующую петлю провязываем лицевой. Раз. Второй накид. Два. Третий накид. Лицевая. Четвертый накид. Один. Два. Три. Четвертый накид. Теперь провязываем 3 петли вместе. Первую петлю снимаем, следующие после этого петли 2, вводим спицу по 2 петельки и провязываем одной лицевой петлей. Первую снятую петельку набрасываем на провязанный. Таким образом мы провязали 3 петли вместе. И так мы провяжем 5 раз. Первый раз мы убавку сделали. После этого делаем накид. Вновь делаем убавку. Провязываем 3 петли вместе. Первую снимаем, вторые провязываем одной лицевой. Первую снятую набрасываем на первый провязанный. Накид. Первую снимаем. 2 провязываем. Снятую набрасываем. Опять. 4, накид, 5, пересчитаем, 1, 2, 3, 4, 5. После этого снова делаем накид, лицевая, накид, лицевая. И этот раппорт мы будем повторять до самого конца в этом ряду. И если вы все сделаете правильно, то ваш последний раппорт закончится ровно перед маркером. То есть по итогу ваш раппорт состоит из 4 накидов перед убавками и 2 накидами после убавок. В сумме между вашими убавками, то здесь у меня убавочки, и вот здесь я провязала, уже хорошо видны, между убавками необходимо сделать 6 накидов. Вот я сделала последнюю убавку, накид лицевая 1, накид 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая, 6. И делаю убавку, как я показывала, одну петлю из 3. 5 таких убавок и 6 накидов между ними. Вот таким образом. Итак, в конце у меня после последних убавок накид, лицевая, накид, лицевая. И я провязала последний свой раппорт, маркер. После маркера оставшиеся петельки провязываем лицевыми. Здесь у нас кромочная сейчас состоит из декоративной нитки и нашей рабочей. Мы продолжим кромочную провязывать вместе, чтобы не обрывать нить декоративную, нам еще понадобится, и чтобы у нас было поменьше хвостиков. Провязали. Теперь разворачиваемся на изнаночную сторону с изнаночной стороны. И весь наш ряд с изнаночной стороны. Мы сейчас вяжем, кстати говоря, снизу наверх к горловине. Все провязываем петельки с изнаночной стороны изнаночными. Наш накид провязываем изнаночными. Изнаночные лицевые, ну, которые с изнаночной стороны, все изнаночные. Открытый накид, мы его не перекрещиваем, мы просто его подхватываем за ближайшую стеночку, за правую, и провязываем. Вот таким образом. Поправляйте ваши петли, чтобы они под накид не прятались, такое может быть, чтобы все петли были видны. Провязав ряд до конца с изнаночной стороны изнаночными петлями, следующий ряд мы провязываем вновь точно таким же раппортами, как мы вязали в предыдущем лицевом ряду. То есть делаем накиды и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей. Вновь начинаем с накида 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 накида, следующие петли провязываем вместе. То есть мы точно в такой же последовательности весь ряд повторяем. Так, провязали узор. С изнаночной стороны мы вновь все провяжем изнаночными петлями, как вязали в предыдущий раз. И развернувшись вот здесь в конце, мы все провяжем лицевыми. То есть вяжем 2 ряда. С изнаночной стороны все изнаночные, с лицевой стороны все лицевые. И встретимся вот здесь. Итак, я провязала с лицевой стороны все лицевые петли, и теперь мой вертикальный раппорт закончен. Сейчас я вновь беру зеленую нить, вот эту декоративную, и буду вязать с изнаночной стороны лицевые петли. Таким образом у меня провяжется новый вот этот ряд, и будет вот такая декоративная зеленая кайма с противоположной стороны ажура. И буду вязать ровно такое же количество петель зеленых, чтобы у меня получилось изнаночный ряд платочный, лицевой вновь платочный. Я провязала второй раппорт в высоту. Один раппорт, начиная от платочной зеленой до конца ажура, второй раппорт. И таким образом я выполню еще один третий раппорт и завершу третий раппорт одной вот этой половинкой раппорта зеленой каймой. Таким образом будет 3 раппорта ажурной вязки. Также не забываем, что нам необходимо теперь делать прибавки аналогично противоположной стороне выреза. Нам нужно подниматься наверх. Здесь мы делали убавки, теперь нужно подниматься обратно на плечо. Делаем прибавки в конце второго раппорта и начале первого раппорта ажура. Снимаем кромочную, 1, 2, 3 лицевые и 1 прибавка. Прибавку мы делаем из перемычки 2 петелек. Поднимаем перемычку, надеваем на спицу левую и из перемычки провязываем новую петельку. Таким образом мы будем делать прибавки точно такое же количество, сколько убавок мы сделали с противоположной стороны, то есть 8. Изнаночный ряд без изменений, а в лицевом, спускаясь вниз, через 3 петли от кромочной делаем прибавки. Я связала все ажуры. Смотрите, как это выглядит. Теперь я закончила вязание ажура. Я перехожу к вязанию лицевой глади, основным видом вязки полотна. Также я делала прибавку по горловине, и я выполнила 8 прибавок по горловине. То есть сейчас у меня одинаковое количество петель, когда начала убавки, и вот здесь. И теперь я буду вязать только основной ниткой, основного цвета, и мне моя зеленая нить, которая была украшением здесь, не нужна. Я ее просто отрежу, оставив хвостик, чтобы потом ее заправить. Также, насколько вы помните, я здесь не обрезала. Вот у меня ниточка от клубочка оставалась. Я все-таки ее обрежу. Она мне не нужна. Вот так. И буду вязать нитью вот этой, которой я сейчас вяжу, нитью основного цвета серой. Просто буду вязать изнаночный ряд, который будет с лица лицевой, с изнанки изнаночной. Снимаю кромочную и провязываю остальные все петли изнаночными. И встретимся, когда мы подойдем к горловине. Маркеры можно все снимать. Вот я провязала переднюю половину. Дошла до начала горловины переда. Здесь мы видим, что здесь у нас на дополнительные спицы снята горловина спинки. Вот ее петельки. И я сейчас провяжу просто следом за этими петлями вот я беру рабочую нить, которую не обрезала, нитку просто оставляю, потом я ее заправлю и не будет ее видно. И вяжем все петли изнаночными петлями с изнаночной стороны. То есть мы выполняем лицевую гладь и вяжем точно так же, как с противоположной стороны мы делали в этом же месте. Мы вяжем все петли. У меня сейчас все петли окажутся на одних спицах. Их будет в 2 раза больше. То есть петли переда, петли спинки. И я буду вязать прямо поворотными рядами, плоским вязанием, с изнаночной изнаночными, с лицевой. То есть буду вязать лицевую гладь. И так я провяжу 40 рядов. Через 40 рядов я буду делать вырезы проймы. Вяжем прямо 40 рядов, пересняв все петли на одни спицы. Провязав 40 рядов, мне необходимо выполнить симметричную убавку, как я делала с противоположной стороны топа. То есть мне сейчас необходимо убавить 49 петель с одной стороны. Начинаем делать убавки. Снимаем петлю первую. Вы можете выполнить как вам удобные убавки. В принципе, они могут быть классические. То есть мы, провязывая петлю, накидываем предыдущую на провязанную. Провязываем, накидываем. Не делайте тугого закрытия петель, поэтому внимательно следите за натяжением, никуда не спешите и обязательно считайте петли. Все, закрываем 49 петель. 49 петель закрыли. Оставшиеся петли нам необходимо провязать. Следующие 49 петель мы будем закрывать, когда будем вязать с изнаночной стороны изделия снизу вверх, чтобы наша нить осталась в работе. Провязали ряд, и находясь с изнаночной стороны работы, мы вяжем сейчас снизу вверх, мы закрываем 49 петель. Закрыв 49 петель, оставшиеся петли мы провяжем по изнаночной стороне просто изнаночными петлями. И встретимся с вами с лицевой стороны в следующем ряду. В следующем лицевом ряду мы снимаем одну кромочную, провязываем одну петлю. И следующую петлю, 3-ю и 4-ю, мы провязываем вместе одной лицевой петлей. Вот так. Оставшиеся петли мы провяжем лицевыми, не довязав до конца ряда 4 петли. Там мы тоже закроем 2 петли, провязав их одной лицевой петлей вместе. Не довязали 4 петли. Разворачиваем петли таким образом, чтобы правая стенка у нас располагалась перед спицей, и через вторую в первую от края провязываем вместе одной лицевой петлей. 1 лицевая, кромочная. Следующий изнаночный ряд мы вяжем без изменений, и в следующем лицевом ряду мы снова закроем по одной петле в начале и в конце ряда, отступив 2 петельки от края, и таким образом мы убавим по 8 петель с каждой стороны. Я провязала оставшийся рукав 40 рядов, закрыла обычным способом, такой вот цепочкой, и сшила свою блузку в 2 швах. То есть я ее сложила пополам, и у меня получился шов, который идет по внутренней стороне рукава, переходит через пройму в боковой шов блузы. 1 половинка, горловина, и 2 половинка точно такая же. Сшила я обычным способом, назад в иголку от рукава, и вот так вниз идет шовчик. Теперь нам нужно обработать рукава, горловину и низ изделия. Начинаем с рукавов, поступаем следующим образом. Берем снова в 2 нитки нашу пряжу, спицы берем на половинку размера меньше. У меня спицы были 4,5, я взяла 4, и поднимаем петли. Здесь у нас петли идут перпендикулярно вот этому краю закрытия петель. И поднимаю петли следующим образом. Вот у нас как бы цепочка закрытия петель. Вот цепочка закрытия петель. И сразу под цепочкой вот у нас ряд петелек, да, вертикальный. И я буду подхватывать нитку, поднимать петлю под вот эти 2 петельки, то есть по целую петлю. Конечно, можно было бы не закрывать, например, здесь край рукава, а вначале оставить открытым петлю, но я поступила так для большей плотности и стабильности рукава. Так, подняли под 2 петли. Следующий вертикальный ряд петель. Вот так под петельку. И подхватываем через петельку нитку. Если вам будет тяжело, то возьмите крючок. С крючком будет попроще подхватывать. Я взяла крючок подходящего мне размера. Видим следующий вертикальный ряд петелек и подводим крючок под следующий ряд петель и, захватывая крючком нитку, вот здесь придерживаем спицу, вытягиваем петельку и надеваем петельку на крючок. Здесь, конечно, нужно немного усердия и посидеть над полотном, но у нас будет очень красивый эффект. Подводим в следующий вертикальный ряд. И таким образом мы будем вытягивать крючком и надевать на спицу. Если вам будет удобно так, делайте таким образом. Поднимаем все петли ряда на спицу. Следующий ряд. После поднятых петель мы вяжем изнаночными петельками. Только обратите внимание, как у вас расположены петли, нужно обязательно вязать так, чтобы ваши петельки были раскрыты. То есть, когда вы подхватываете петлю, смотрите, чтобы она не перекрестилась. Итак, первый ряд изнаночный, следующий ряд лицевой и еще один ряд изнаночный. То есть мы вяжем платочную вязку. Первый ряд изнаночный, второй лицевой и опять изнаночный. Переходы между рядами я делать не буду, рядность здесь особо не прочтется. Провязав ряды, изнаночный, лицевой, снова изнаночный, теперь я буду закрывать петли обычным способом. Лицевая, лицевая, первую лицевую набрасываю на вторую. Здесь также закрываем петли не туго. Я приостановлюсь. Таким образом закрываем весь рукав. Аналогично повторяем противоположный рукав. Вот здесь также набираем петли, провязываем так же, как правый рукав. И нижнюю часть блузы по нижней стороне мы также будем набирать петли и провяжем аналогично, как на рукаве, только поясок будет пошире. Вы можете делать это на свое усмотрение. Я провяжу примерно сантиметра 3-4, также платочной вязкой. Здесь нужно набирать петли сбоку как бы ряда. Это я покажу, а дальше нужно провязать платочной вязкой. По нижнему краю блузы нам также необходимо сделать обвязку. Поднимаем петли, провязываем платочной вязкой. Сейчас покажу, как поднять петли. Так как у нас блуза связана поперек, то мы набираем перпендикулярно нашим петелькам. Смотрим на край. Вот у нас вытянутые петли кромочного края, мы их видим хорошо. После кромочных, вот кромочная петля, после кромочной идет столбик петель, первых петель после кромочных. Именно из них мы будем поднимать петли, из серединки этих петелек, вот здесь. И набираем следующим образом. 4 петли подряд, из каждой петли 1, в следующую петлю 2, в следующую 3, в следующую 4, 1 пропускаем, вот пропускаем, входим спицей в следующую, 1, 2, 3, 4, 1 пропускаем. И здесь будьте внимательны, могут стеночки там прятаться где-то в глубине. И вот как здесь, видите, у меня петелька очень крошечная получилась, и она вот там спряталась. 4 пропускаем, ныряем опять сюда. В общем, это выполняем по кругу. 3, 4, я уже все петли выполнила. И после набранного ряда следующий ряд буду вязать изнаночный, потом лицевой, потом изнаночный. В общем, я выполню платочную вязку по низу кофты. Взяла я также спицы, как и для рукавов, на пол размера меньше. Спица номер 4 у меня. Вязала я блузу 4,5. После того, как провяжете платочную вязку, закройте петли обычным способом. Подвязали низ. Вот так. Теперь переходим к горловине. Горловину мы обработаем и ниткой основного цвета, и зеленой. Первый ряд, когда мы поднимаем петли, мы будем их поднимать нитью основного цвета. Точно так же возьмем спицы 4, нить основную в 2 ниточки и будем поднимать петельки аналогично нашим рукавам и низу изделия. Я подняла петли нитью основного цвета. Кончики начала и конца я уже обрезала и завязала их в узелок, потом мы все спрячем. Теперь берем декоративную нитку зеленую и начинаем вязать первый ряд, как мы делали на рукавах и по низу изделия. Первый ряд декоративной ниткой начинаем вязать изнаночными петельками. Все как и на рукавах, будет такое же количество рядов. Первые изнаночные петли, второй лицевые, третий изнаночные и четвертый ряд мы закрываем через лицевые петли. Все то же самое, только декоративной ниткой. Если вы считаете, что вам необходимо сделать декор вокруг горловины пошире, то провяжите еще 2 ряда лицевой, точнее изнаночной, потом снова лицевой закройте. Но имейте в виду, что такое количество рядов может поднять горловину, и она у вас будет торчать, потому что мы закругление вокруг горла не делаем, мы просто выкладываем такую косую бейку вокруг. Все, продолжаем, как мы делали на рукавах. Обвязала горловину, вот так у меня получилось, закрыла петельки обычным способом, как везде. Теперь мы вооружаемся иглой и будем прятать все кончики в кофте, коих у нас не так-то мало. Вот здесь, на рукавах и по всей кофточке. Это будет удобнее сделать иглой, потому что нитка достаточно тонкая. После этого необходимо постирать кофту, разложить на ровной поверхности, расправить, вымерить все размеры. Если у вас есть отпариватель, то будет неплохо ее отпарить. Вот так. Все, нужно постирать.